Возможно, он стал бы парикмахером, как его отец, и всю свою жизнь прожил в родном Крыму. Но бурный водоворот истории предопределил ему совсем другой жизненный путь, отнеся далеко-далеко от дома, в далекую Англию. Ему суждено было стать великим писателем, главной темой творчества которого была утраченная родина. Без Крыма для нас не было смысла жизни. Силу и горечь этих слов мы почувствовали долгие годы, живя без Крыма. Ко дню рождения классика европейской и крымско-татарской литературы Джингиза Дагджи. Смотрите в воскресенье в 18:00 программу «Тарик Садасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР.